2, 3. Всем привет, это Аня и Русская Америка опять с вами. Сейчас я нахожусь в Центре парке и решила снять детскую площадку, где обычно дети отдыхают. Вот там вот, кстати, надувной клуб. Мне хотелось, можно покататься. Хотелось специально для детишек, чтобы они не упали. Вот. Я себя чувствую воспоминания из детства. А вот сейчас вот можешь вот сюда снять? Там же заготовится, видимо, какое-то мероприятие. В Нью-Йорке наступила хорошая погода, так что Центр Парк заполнит не только детьми на детских площадках, но также взрослых тетей, как я. Всем привет из Центр Парка. Это была Русская Америка. Пока.